Друзья, в связи с последними событиями, которые произошли пару недель назад, я физически не мог для вас выкладывать ролик не чаще, чем раз в неделю. Но сейчас все более-менее устабилизировалось, и я хочу преподнести вам радостную новость, то что я буду стараться выкладывать ролики два раза минимум в неделю. Ну и... Чувствую запах, дорогу молодым, чтобы встать, надо падать. И в этой ситуации не ладно. Нихуя тут не ладно. Тут пиздец, как все не ладно. Возможно, это было последнее видео на моем канале. Несмотря на многочисленные давки на протяжении этих 3 лет, я все равно старался вас радовать и удивить. Да, я многое приобрел благодаря этому, но и немало потерял. Из-за семейных текущих обстоятельств я потерял смысл продолжать такой контент. Да и... мне запрещают. А в другом я себя просто не вижу. У меня есть деятельность, которую я буду поддерживать себя в жизни, но радовать вас уже, увы, наверное, не смогу. У меня остался еще материал на несколько видео вперед, но почему-то я, наверное, решил не искать в этом смысл и все-таки решил закончить историю своих каналов именно здесь, на этом видео. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении этих лет, был подписан на канал, на этот канал и на канал Паша Белплей. Спасибо тем, кто все время ставил лайки, делился видео с друзьями. Ребят, помните, вы самые лучшие и преданные подписчики. Конечно, из-за такой преданности я бы познакомился с каждым из вас. Искренне пожал бы руку, но не смогу этого сделать физически. Спасибо. Может быть, когда-нибудь и правда увидимся.